Девчулечки мои красотулечки и мальчики-красавчики, вам тоже здравствуйте. Сегодня будем с вами возвращать нашу молодость при помощи тауфона, глазных капель. Да-да, не удивляйтесь, это таурин. Он очень полезен для нашей кожи. Пользы таурина вы можете сами вот здесь вот прочитать. Я долго рассказывать не буду, я просто расскажу, как им пользоваться. Все легко и просто. Берем пузыречек тауфона. Перед применением обязательно встряхиваем флакончик. Берем несколько капель, но перед тем, как носить, обязательно умываем и чистим свое лицо. Обязательно смываем косметику и только потом пользуемся уходовой косметикой. Берем несколько капель, наносим с вами на наши веки, на нижние веки, на верхнее веко и легкими движениями втираем туфон в наши веки. Также делаем аналогично и со вторым глазом. Аккуратненько наносим. И все, и даем ему туда впитаться, нашему тауринчику. И когда он у нас впитывается, через некоторое время можно нанести крем. А что еще мы с вами можем сделать? А еще можно пользоваться таурином и тауфоном. Так, я делаю. Беру крем питательный, увлажняющий, какой вы хотите. Берем кремик немножечко. Делаем небольшую ямку в нашем креме. И сюда капаем где-то капли 3. Все перемешиваем и наносим это волшебное средство на наше лицо. Наносим. Можно также нанести немножечко и на наши гусиные лапки. Наносим. И все, девочки. И идем ложиться баиньки. А то, что у нас, девчонки, осталось, это волшебное средство мы наносим на наши ручки. И вы через 2 недели, девочки, просто себя не узнаете, будьте уверены. Руки свои и свои глазки. Все. Вот вам и все волшебство. Не благодарите, а поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И не забудьте подписаться на канал, YouTube канал, а также на мой Telegram канал. До новых видео, мои хорошие. А с вами была я, Рубцова Наталья. Люблю вас всех, мои хорошие. Пока-пока. Ждите новых видео. Пока.